Ракеты, петарды, салютные установки. С приближением Нового года пиротехнические изделия становятся особенно востребованными. Но прежде чем запустить деньги в воздух, следует учесть несколько нюансов. Для пиротехники самое опасное – это сырость. Угу. То есть вот когда пиротехника отсырела и потом высохла, это уже бомба, это уже не пиротехника. Приобретать огнеопасный праздничный товар рекомендуется в специализированных магазинах, где продавцы гарантируют качество и безопасность фейерверков. Упаковка сверху на пиротехнике, она, если отсыреет и потом высохнет, она будет вся сморщена. То есть видно будет, что она сырела уже когда-то. Но, как правило, это никто не обращает на это внимания. Чтобы уберечь себя от нежелательных последствий, следует обратиться к консультанту. Многие люди даже не задумываются о том, что у каждого изделия существуют свои особенности эксплуатации. Я считаю, что не необходимо. Почему? Ну, потому что молодежь и так знает, как пользоваться пиротехникой. Мне, по крайней мере, не нужно инструктаж по поводу техники безопасности. Многие люди, когда покупают пиротехнику, не задумываются о правилах безопасности и работы с ней. Например, римские свечи зачастую ошибочно держат в руках. По инструкции фейерверк следует закреплять под углом 45 градусов или строго вертикально, скотчем к твердой поверхности. И вот ты представь, если в руках ее держать, и она начнет разрываться. То есть тут и голова у тебя рядом, и глаза, и ну, последствия тут может пронести, а может не пронести. Поэтому никому никогда не рекомендуем держать ничего в руках. Как привести в действие некоторые виды ракет и петард, мы продемонстрируем вам наглядно. Но не рекомендуем повторять эти опыты в домашних условиях. Использовать любые пиротехнические изделия в квартире нельзя. Подрыву некоторых видов пиротехники следует уделить особое внимание. Вот такая вот цилиндрическая штука называется батарейка. Взрывать ее необходимо вертикально. Мы размещаем ее на земле, поджигаем. И важно отойти на 8-9 метров. Ракеты такого типа необходимо запускать вертикально с какого-нибудь устойчивого места. Это может быть бутылка или труба. Ни в коем случае не нужно такую ракету закреплять намертво в земле или держать в руках, потому что при запуске она может как минимум обжечь вас. Мы сейчас продемонстрируем, как необходимо это делать. Поджигаем. Категорически запрещено помещать петарды в стеклянные сосуды и другие хрупкие емкости, осколки от разрыва которых способны нанести травму. Соблюдение элементарных правил безопасности помогут без горьких последствий провести новогодние праздники. Александр Кононов, Артем Баранов. Утро нового дня.